Всем привет! Ну что, сегодня опять распаковка от любимого Василька. Ножницы в руках, мешок рядом. Пошуршим. Снимаю пломбу. Сегодня у меня и Симочка, и Васечка тут. Итак, начнем с моего любимого товарчика. Носочки. Носочки тепленькие. В этот раз я заказала носки теплые. Так, начнем с термоносков. Термоноски верблюжья шерсть. Сразу хочу вам зачитать состав. Так, состав. Ой, подождите. Так. Состав 6,75%, верблюжья, просто 6,20% и 5% лайкры. Теплые носочки, показываю поближе. Вот такие вот. В упаковке 3 штуки, сиреневый, вишневый цвет и серый. Носочки такие, знаете, не сильно толстые, потому что там есть еще толще. Эти такие средние, но тепленькие. Тепленькие, и внутри у них, знаете, такие, такая как махра. Сейчас покажу. Внутри вот так сделано. Вот так. Вот. Хорошие носочки. Верблюды тут нарисованы. Вот. И расцветочка такая приятная. Это вот одна упаковка, упала вторая. Вот это носки толстые, где-то я еще достала, вот на столе. Толстые потом покажу, покажу пока вот эти вот средние толщины, которые носочки. Следующие лечебные носки из собачьей шерсти. Состав собачья шерсть 70%. Ангора 20%, полиамид 5% и эластан 5%. Девчонки, вот этот состав просто обалденный. Очень хороший состав. Тоже вот внутри у них такая небольшая, как махра. И они тоже не сильно толстые, такие вот средней толщины. 3 штуки в упаковке. Расцветка вот рыжая, опять вишневая и синяя. Синяя такая, я бы сказала, темно-голубая. Хорошие расцветки, такие приятные глазу. Носочками очень довольна. Так, ну а вот эти вот прям толстущие носки. Написано верблюжья шерсть. Тоже термоноски для спорта, туризма и активного отдыха. Из верблюжья шерсти с антибактериальными и термоподдерживающими свойствами. Также верблюжья 6,75%, 6,20%, лайкра 5%. Но они, знаете, они прям толстые. Там начес такой толстый у них. Прям толстый-толстый начес. Еще одни носочки. Ой, какие приятные-приятные. Цвет вообще обалденный. Так, это знаете какие? Это у нас тоже термо. Для спорта, туризма и активного отдыха. Из верблюжьей шерсти с антибактериальными и термоподдерживающими свойствами. Верблюжья шерсть 75, 6,20 и лайкра 5%. Вот эти тоже хорошие носочки. Прям такие приятные очень. По цвету приятные, на ощупь приятные. Светло-серые. Вот такой цвет сиреневый. И вот такой приятный цвет. Мне кажется, вот эти самые тоненькие из всех. Если кто зимой в сапожки носит теплые носочки, то вот эти вообще будут просто изумительно. Так, и еще вот сразу, у меня просто из мешка выпало. Тапочки. Тапочки. Вот смотрите, вот эти вот чудесные лопатули, кисули. Я их так долго ждала, их все лето не было. Осенью не успела их заказать, они быстро исчезли. Их прям не было, не было. Потом мне Лена свои подарила. Она заказывала, и у меня новенькие лежали. Она мне их подарила, но мне их Настя забрала.
А вот сейчас они снова появились на сайте. Появились тапочки и появились сапожки. И вот что я вам хочу сказать. Размер 38-41. Вот здесь написан размер 38-41. Это размер на 37-й. Ну, 36-37. На 38-й, наверное, тоже подойдут, но будут так прямо плотненько. Я ношу 37-й, мне прям вот комфортно в них. Вот имейте в виду. Вот такие топотулечки. И, по-моему, там еще есть поменьше размер, если я не ошибаюсь. По-моему, есть. Дальше смотрим. Так, это у нас 44-й, это для Насти. Это, скорее всего, костюм Насти. Красивый цвет, такой приятный, коралловый. Вот на камеру смотрится прям розовый-розовый, ярко-темно-розовый, да, такой. На самом деле нежно-коралловый цвет, очень приятный. Ого-го! Девчонки, я что-то прям в шоке. Нет, на сайте, если вы посмотрите на фото, там сейчас же модно вот эти вот большие, такие огромные размеры кофт, футболок. То есть молодежный вот этот стиль. Ну, это, мне кажется, прям я не знаю на кого. Ну, давайте смотреть. В общем, шорты. Вот такие шорты. Тоже свободные, но шорты, я думаю, что на меня будут как раз. 44 размер. Карманы. Давайте покажу ближе. Карманы. Ну, веревочки такие шелковые. Конечно, ни о чем. Вот эти вот балаболочки. Такие спиральные под бронзу. Не знаю, будет вам видно или нет. Отвороты. Кстати, хорошая ткань. Это, по-моему, ткань называется футер, если я не ошибаюсь. Но могу ошибаться. Она внутри как будто как начес, но как будто, ну, такой хлопковый начес. А сверху вот такой гладкий трикотаж. И они плотные-плотные, прям плотная ткань. Такая плотная, опять же, резинка на три дорожки. Ну, так я назову. Возможно, неправильно скажу, но вот так, на три дорожки. Ну, пошиты, конечно, все аккуратно. Сейчас даже выверну на левую сторону, покажу вам. Все швы аккуратно прошиты. Пожалуйста. Но я знаю, что вот этой ткани ничего не делается. Вот эта ткань такая ноская. У Насти как-то давно-давно был костюм из такой ткани. Так много лет она его относила. Еще сейчас сестры младшие, двоюродные, донашивают. И ничего не делается вот этой ткани. Прекрасно носится. Отвороты на шортах прострочены в нескольких местах. То есть они не будут разворачиваться. Их уже не развернешь. Видите, вот тут строчка. Вот в этих местах строчка. Боковых в швах. И посередине здесь и сзади тоже строчка. Смотрите, какая она здоровая. Вот такая она огромная. Вот такой рукав длинный у нее. Со спущенным плечом. Оверсайз. И знаете, как она на фото представлена? У нее она со стороны... Так, она со спинки идет... На выпуск, а вот эту часть нужно заправлять в шорты. И она вот таким образом должна носиться. А здесь все свободное. Ну, в общем, Настя приедет, мы ее заставим примерить. Смотрите, какая огромная. Расцветок там очень много. Так, это что? Так, это брюки. Я в прошлый раз заказывала такие брюки, помните? Темно-синий с накладным карманом на попе. Еще говорила, что заказала Вите, но хочу себе их оставить. И заказала 52 размера. Девчонки, я их на себя надела, буквально там несколько минут в них походила. Они мне стали просто огромной. Ткань немножко подрастягивается во время носки. Поэтому я их заказала в 50 размере. А те отдала мужу.
А те отдала мужу. Извините, потревожила пакетиком. Давайте я их еще раз открою, покажу. Вот они вот такие. Кстати, хороший трикотаж. Прям очень хорошего качества. Сзади вот такой накладной кармашек на попе. Трикотажная резинка и шнурок. И они на манжете. Вот мне эти брюки очень нравятся, правда. Качество отличное. Вот это майки я себе заказывала, две штуки. Ой, одну заказывала, но почему-то я вот вижу, пришли две одного размера. Видимо, либо я по ошибке нажала два раза на эту майку, либо что-то там попутали. Ну ладно, давайте смотреть. Вообще майка яркая такая. Вот одну открою, вторую не буду открывать. Вот она, посмотрите, какая яркая. Вообще, да? Классная. Восхитительная. Ну, мне нравится очень. Называется майка женская флора. Темно-синий цвет. Цветы. Так называется. Темно-синий цветы. И она, знаете, она с какой-то ниточкой. Потому что она такая шелковистая немножко, но не холодок ткань, не там шелк какой-то, нет. Она хлопок, но с чем-то. На сайте, возможно, там есть описание ткани, здесь нету. Хлопок с чем-то, потому что прям такая приятная. Может вискоза добавляется сюда в состав. Ну, хорошая. Очень мне нравится. Я даже рада, что мне их две штуки положили. Главное, чтобы размер подошел. Если размер подойдет, я буду счастлива. Смотрите, какая яркущая. Прям очень нравится. Очень. Вторая такая же, но не буду открывать уже. А то, может, кому подарю. Кстати, вот это платье ношу с удовольствием. В длину немножко подсело. Кстати, после стирки оно прям узенькое становится. Но стоит его надеть и буквально 5-10 минут в нем походить, все, оно уже свободное. А вот второе платье под джинсовку, помните, я в нем еще на почту ходила. Здесь вот вверх у него горошек мелкий белый, а само оно под джинсовку темно-синее. Вот ему вообще хоть бы что. Я его стирала уже раза 3, наверное, потому что я прямо его дома ношу. Классное, вообще, как оно мне нравится. И вот ему вообще ничего не делается. Оно тоже немножечко, чуть-чуть во время носки раздается. Его даже можно было бы взять и 52-й мне размер. Я 54-й заказывала. 52-й бы тоже подошел. А вот это нет. Это вот прямо я правильно сделала, что взяла 54-й. Так, я вам на всякий случай для информации. Так, костюм, я так полагаю. Да, костюм. Вообще, честно вам скажу, не люблю клетку. Не люблю клетку, вообще не люблю. Но вот эта клетка мне прям очень понравилась. Значит, смотрите, цвет темно-синий, белый и такой вот, бронзовый, что ли, я бы его назвала, типа хаки. Вот в этой ткани присутствуют вот такие цвета. Покажу поближе. Вот они, видите? Карманы достаточно глубокие. Хорошая широкая резинка. Все прострочено под оверлок. Они сшиты брюками. К низу гачина чуть-чуть заужена. Как раньше бананы были брюки. И хлопок тонкий, прям тоненький-тоненький. Очень мягкая ткань, мягкая и приятная на ощупь, очень приятная. Так, и футболка к ним идет. Футболка вот такая, с одуванами. Одуванчик тоже темно-синий с бронзой цвет. Может, камера не передает, цвет мне не видно, поэтому проговариваю. Темно-синий с бронзовым. Ну, хорошенькая, слушайте, футболочка. Смотрите, здесь как идет рукав вот такой, не вточной. Вот такой рукавчик. И обработан
как правильно сказать, не знаю, как это называется. Ну, в общем, вот такой вот кантик у нее. И горловинка также обработана. Я думаю, что размер мне должен подойти нормально. Единственное, что по длине, наверное, длинновато будет. Ну, хотя не знаю, надо мерить. А вообще мне нравится. Дальше. А, это костюм для мамы. 50-й размер, смотрю, все поняла. Тоже под джинсовку ткань. Тоненькая, хлопковая. Вот такие вот удлиненные шорты. Ну, на маме, наверное, будет как капри. Мама же у меня низкая, ростом маленькая. Карманы. Что-то такие маленькими, кажется, они. 50-й размер. Хотя нет, наверное, нормально будет. Должны быть нормально. Но тянутся, в принципе, они хорошо. Нет, маме нормально будет. Тоже широкая резинка. Все хорошо обработано под оверлок. Прошито здесь все края. Так, и футболка. Футболка вот такая. Тоже здесь рукав не вточной. Покажу поближе. Вот такой вот рукавчик. Также обработан вот такой вот таким кантиком. Здесь все под оверлок. И также горловинка обработана. Отлично. Так, здесь карман. Карман нашит сверху, поэтому кому, если не надо, можете убрать. И вот такая серебристая здесь вышивка, наклейка. Не знаю, как ее сказать, назвать. Но она, конечно, такая прорезиненная. Дома ходить будет отлично, маме. К нам сюда будет приезжать на огород, по огороду гулять. И низ, смотрите, как сделан. Вам видно? Спят усталые зверушки. Так. Следующий. Туника. Вот уже прямо радостно, потому что я так люблю, когда трикотаж мягкий, уютный, прям такой домашний. Цвет хаки. Смотрите. Смотрите. Здесь такая вот как кокеточка. Да, однотонная. А здесь нарисованы ключи. Ключи и бантиком перевязаны. Ключи от новой квартиры. Надо же, как символично. Надо же, прямо вот. Вообще. Карманы. Очень глубокие карманы. Внутренние, не сверху нашиты. Смотрите, как спинка сделана. Прям под меня шов. То, что мне надо, потому что у меня большой прогиб на спине. И у меня всегда все вещи, если без шва, то там пузырь. И здесь по спинке тоже идет такая же кокетка. А еще знаете, что здесь есть? Смотрите, разрез. Маленький разрезик. Прям вообще классное такое платье. Домашнее. Модненькое такое. Домашнее. Модное домашнее платье. Ну вот карман, конечно, наверное, я бы убрала. Или вот эту ленточку бы я, наверное, убрала, может быть. Если не карман, то ленточку я, наверное, вот эту уберу. Атласную. А все остальное меня очень устраивает. Рукавчик на небольшом манжетике. Вот такой вот. Не сильно широкий. Ну и не узкий. Ну и швы опять же. Вот показываю швы. Все нормально обработано. Кстати, на кармане ключик вышит. Вышит нитками. Не нарисован, как вот здесь на самой ткани. А вышит нитками. Но мне нравится. Это не знаю, что футболка. А, мужская футболка Алекс. Джинс синий. 50-й размер. Смотрим. Слушайте, ну хорошенькая. Но думаю, что маленькая будет для Вити. 50-й. Мне кажется, это, знаете, на 48-й. Если не на 46-й.
хорошая футболочка. Тонкий трикотаж, как вареная джинсовка. Все обработано прекрасно, все швы. Все обработано замечательно. Но размерчик маленький. Я, конечно, попрошу Витю примерить, но мне кажется, это, знаете, на 46-й даже. Даже не на 48-й. А вот это что такое красивое? А, это для Насти, 44-й размер. Платье Кристи называется. Кристи Маракуйя. Маракуйя. Смотрите, какая расцветка. Смотрите, какая расцветка красивая. Какой красивый мятный цвет в сочетании. Вот на темно-синем фоне, это не черный, темно-синий фон. Посмотрите, какая красота. Розовый, мятный, зеленый, белый, желтый, ну не желтый, а горчичный цвет здесь. Ну хорошенькая такая. По бокам разрезики. Смотрите. Видите? С одной стороны. И с другой стороны тоже. Тоже мягкая, уютная ткань, прям мягчайшая. Это такой, знаете, трикотаж. Ткань-трикотаж. И вот все тоже хорошо, все швы обработаны. Сейчас покажу рукав. Посмотрите, как рукавчик. Тоже все хорошо-хорошо обработано. Ну, а мы дальше смотрим. Так, это точно помню, Настя заказывала. Да, 44 размер. Это платье называется Life. Тоже футер розовый. Тоже с начесом, как вот этот костюм. Сейчас размер посмотрим. Наверное, такой же огромный. Сима спит, и у нее язык торчит, кончик языка. Чему я? Вот так. Вот так с Васенькой обнявшись. Смотрите. Ну да. Свободная, очень свободная, девочки, но какая ткань обалденная. Вот эту ткань берите смело. Прям смело, если что. Прям смело надо брать. Да. Ну вот здесь вот по ощущениям, как какая-то синтетическая ниточка. Вот именно вот с этой стороны. Ну мне так кажется, какая-то такая шелковистая. А вот здесь... Я специально посмотрела сейчас. А здесь нет, здесь как хлопковая такая нитка. Ну, хорошенькая. Так, здесь нет разрезов никаких нигде. Просто прямое. Спущенное плечо, скорее всего, здесь будет. Да. Рукав. Вот так все обработано. Все шовчики. Все, горловинка. Все отлично. Все отлично обработано. Я вот жалею, что я себе такое не заказала. Там размеры были разные. И расцветок там было, девчонки, очень много разных расцветок. Так, это просто от ниток. Так, дальше. Вот это тоже для Насти заказывали. Это у нас костюм. 100% хлопок. Так, это прямо вот хлопок. Хлопок, это вот на это что-то похоже. Смотрите, какие хорошенькие шортики. Я думаю, Насике понравится. Это как пижамка такая. Мне кажется, это не костюм, а пижамка. Ну, она просила либо пижаму, либо костюм дома ходить. Здесь шнурочки, они просто для красоты, их можно убрать. Широкая резинка. Тоненькие хлопковые шортики. Шортики укороченные, не длинные. И футболочка. О, ей хорошо будет. И вот такая футболочка. Здесь карман сверху нашит. Нашивной карман. И вот какая-то тут надпись. Все. Ну, приятный. Такой нежный-нежный цвет. Прям нежно-нежно-голубой. Прям такой небесно-голубой. Тоже никаких разрезов, ничего нет. Так, костюм 44 размер. А, это я себе заказывала, сарафан.
Лето закончилось. Ну ладно, на следующий год. Ну или дома. Дома у нас всегда тепло, всегда жарко всю зиму. Так что. Я, кстати, из прошлого заказа сарафан так ни разу еще и не надела. Я как-то, вот знаете, впялилась вот в это и в горох, которая под джинсовку синяя. Во, не снимаю вообще. Ага, вот такой яркий, смотрите, девочки. Здорово? Мне кажется, мне очень идет этот цвет. Там еще другой цвет был. Но я почему-то решила, что мне надо вот именно вот такое сочетание взять. Мне кажется, красиво смотрится. Очень тонкий, прям очень тонкий трикотажный. Очень тонкий. Прям, мне кажется, он даже просвечивать будет. Ну, дома-то ходить ничего страшного. Так, размер 52, девочки. Оно как колокол такое, знаете, вот так вот идет, расширенное к низу. Здесь, смотрите, карманы. Карманы вот такие вот. Вот, видите, как оно идет? Вот, показываю. Завязок никаких по подолу нет. Но подол фигурный вот такой вот. Вот такой. Арочкой такой сделан. Тоже ничего лишнего. Вот здесь единственное есть, ну, вот такие вот штучки. Их можно, в принципе, вообще убрать. Я вот их не очень люблю, если честно. Ну, вот они есть. Они здесь есть. Кому не надо, можете их смело убрать. Все. Вот такой вот хорошенький сарафанчик. Я рада. Мне кажется, он мне будет как раз. Ну, очень-очень тоненький. Очень тоненький. Носочки. Мне вот таких носочков не досталось с прошлого заказа. Вот эти носочки все тут же у меня разошлись. Поэтому я их заказала второй раз. Но если честно, вот эту модель я бы заказала и еще раз. Твой стиль. Тут такая красивая девушка нарисована. Ну, вот по качеству обалденные носки. Обалденные. Мне очень по качеству они прям вообще сильно понравились. Во-первых, тут такой вот рисунок. Так, я две взяла. Во-первых, тут такой рисунок интересный. Очень качественно пошиты. Прям очень качественно. Во-вторых, они комфортные. В-третьих, они... Я полюбила вот такие короткие носки. Я раньше никогда такие не носила. Хлопок 80%, полиамид 15%, спандекс 5%. Вот такие носки. В упаковке их идет, по-моему, 5 штук. Сейчас посмотрю. Раз, два. Двое вот цвета пудры, или как назвать, пыльной розы. Мой любименький цвет. Двое серых. Да. Двое серых и одни такого светло-мятного цвета. Что-то между, что-то вот мятное с серым вперемешку, знаете, вот такой красивый тоже оттенок, спокойный. Мне очень нравятся вот такие тона, прям люблю, не кричащие, вот такие спокойные тона. Ну, правда, они прям благородные какие-то такие, если их можно так назвать, то вот смотрятся они, конечно, недешево, скажем так. Хорошие носочки. Даже вот на подарок кому-то, мне кажется. Ну, мне бы, если бы такие подарили, мне было бы очень приятно. Не знаю, может, потому что я носки люблю. Дальше. Так, это что? А, сорочка. Это знаете, что такое? Это я себе заказала ночную сорочку. Так. Тоже приятный цвет. Тоже я эту сорочку ждала долго. Не было моего размера. Вот именно вот я хотела такую расцветку взять. И мятная там еще мне понравилась. Но мятная тоже моего размера не было. Но вот розовую скараулила. Теперь буду мятную караулить. Мятную еще хочу. Здесь кнопочки, девочки, вот застегиваю. Хорошо плотно застегиваются, не хлипкие. Смотрите. Вот с таким жирафиком. Такой рисунок. Подол серый.
здесь серая отделка. Вроде бы ничего лишнего. Ну, вот такая вот ночнушечка. По длине она идет ниже колена. Хорошенькая. 52-й я заказала. 54-х, наверное, и не было. Ну, ее, в принципе, и не надо. 54-й, 52-й она будет отлично мне. Девочки, сшито все хорошо. Все безупречно. Правда. Ну, посмотрите. Все хорошо пошито. Все как положено. Я довольна очень. Я думаю, что я буду ее с удовольствием носить. Еще вот с караулю мятную. Дальше. Что такое? А, костюм. Костюм со звездами. Это такой у меня, у Насти костюм такой есть. И у меня такой костюм есть. Вы его уже видели, этот костюм. Я заказала этот костюм не для себя. Меня попросили его заказать. Ну, я вам покажу, открою. Потом аккуратно сверну. Помните вот этот костюм? Кстати, что я хочу сказать про этот костюм. Так как и я, и Настя, мы этот костюм уже носим. Отопления в городе нет. Поэтому Настя с него вообще не вылазит, можно сказать, потому что он теплый. Он с начесом. Очень комфортный, уютный. Прямо очень, девочки. После стирки никуда швы не ушли. Все швы остались на месте. Еще раз скажу, стираю на 40 градусов. Но берите размер в размер. Потому, даже можно на размер меньше. Потому что при носке прям растягивается сильно. Прям свободный. Я вот взяла с 54-й, ношу 50-52 размер. Взяла 54-й. Он просто громадный мне. Он как на 56-й получился. И брюки, и верх тоже сильно растянулся. Поэтому берите размер в размер или даже можно на размер поменьше. Вот. Помните, мы с Настей одинаковые эти костюмы заказывали, примерку делали вот в огороде, с ней фотографировались в этих костюмах. Кто не видел эти ролики, можете посмотреть. Поэтому этот костюм убираю. Примерки на этот костюм не будет. Смотрите предыдущие ролики, кому если интересен этот костюм. Довольны мы им, очень довольны. Так. Девочки, вещички закончились. Дальше. Так, дальше у нас подушки, постельное белье. Ну вот и все. Обзор от любимого Василька закончен. Спасибо всем, кто был со мной. Если вам понравилось это видео, не забудьте поставить пальчик вверх. И обязательно поделитесь этим видео со своими друзьями. И, конечно же, я буду ждать ваших комментариев. Надолго с вами не прощаюсь. Ждите, скоро будут примерки от любимого Василька. Ну а пока, всем пока, до новых встреч, до нового видео.